Всем привет! Я рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня пойдет речь о взвешивании осетровых. Тот, кто следит за моим каналом, знает, что это стербел. Ну, помимо того, у нас есть еще стерлядь. Будет интересно, погнали! Итак, поехали. Прежде чем начать перевешивать, хотелось бы дать немного вводных данных. Значит, перевешивали рыбу мы 2 февраля. Общий вес составлял 14 килограмм 910 грамм, количество 43 штуки, средний вес 347 грамм, температура воды 19-20 градусов все это время была. По норме, по таблице кормления должно было быть 190 грамм, но мы уменьшили порцию до 150 грамм. Значит, не берем в учет, что 2 февраля пересаживали, этот день выбрасываем из пересчета. И сегодняшний день тоже мы убираем, потому что рыбка сутки не ела. Следовательно, посмотрим, насколько рыба приросла общей биомассы, в биомассе общей за 14 дней. Сейчас мы сделаем следующую манипуляцию. Поскольку у нас нету свободного бассейна, ну, имеем, что имеем, мы сейчас всего гибрида пересыпем к стерлядке. И потом, вылавливая стерляди, взвешивая, будем возвращать назад. Со стерлядью мы не перепутаем, будет все четко. Эксперимент, я думаю, будет не эксперимент, а взвешивание будет правильным и точным. Ну и посмотрим. Плюс мы поменяли корм. Потом в процессе скажу, какой, естественно. Ну, нету объективных данных у нас. Это первая партия, первая проба. Не могу, ну, в дальнейшем не смогу сказать, хорошие цифры, плохо прирос, хорошо прирос. Вижу только по поведению, что рыбка хорошо кушает, неплохая на вид, достаточно упитанная, особенно стерлядь. Вот. А вы в комментариях, кто сталкивался, кто выращивал эту рыбу, потом в процессе хотелось бы увидеть обратную связь, чтобы сказали, плохо приросла или хорошие темпы роста. Если плохо растет, то значит нужно что-то в системе менять, ну и менять условия содержания, условия среды. Поэтому сейчас мы пересыпаем все туда и начинаем взвешивать. Поехали. Итак, что мы имеем, какие цифры мы получили? Значит, у нас общий вес 17 килограмм 320 грамм, средний вес рыбы 402 грамма. Значит, за 14 дней по 150 грамм мы скормили 2 килограмма 100 грамм. И имеем за это время привес, ну сейчас посчитаем, так, из... Значит, у нас сейчас 17 килограмм 320 грамм. Отнимаем предыдущий вес 14 килограмм 910 грамм. Получаем 2,41. Следовательно, коэффициент у нас меньше единицы. Ну, я не, опять же, я не могу быть объективным и сказать, хорошо или плохо рыба растет. Возвращаемся к тому же вопросу осетроводы. Если вдруг вы смотрите... прокомментируйте как-то, хороший вес, нехороший вес. Ну, я считаю, что если коэффициент меньше единицы, то на полукилограмме, ну, для сома это нормально. Даже слабовато. На соме это
должно быть где-то 0,07 коэффициент. Здесь коэффициент... сейчас. Посчитаем коэффициент. 2 килограмма, 100 грамм мы скормили. Делим на привес 2 килограмма, 410 грамм. Мы получаем коэффициент 0,87. Ну и плюс там чи-чи-чи циферки. В общем-то, коэффициент 0,87. Я считаю, неплохой результат. Но если бы был бы кислород, я думаю, был бы, может быть, лучше. Не знаю, не могу утверждать. Осетроводы, господа, будьте добры. Если вас не затруднит, пару там словечек напишите. Молодец, либо ты убиваешь рыбу. В общем-то, ребят, всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Будете в курсе, что и как у нас происходит. И сейчас без куртки есть возможность. Поднимем аквакультуру вместе. Всем пока.